То есть все, что за моей спиной, сделано из цемента. Цемент, песок и все остальное. При этом обратите внимание, что все немножко по-другому раскрашено. То есть вы о чем говорили? О том, что цемент простой? Нет, он не простой. Любые красители, и вот получается результат. И красная плитка, и бежевая плитка, и в том числе сам цемент. К слову, сейчас я вот сюда подойду. Вот что вот это такое? Вам кажется, что это обыкновенное дерево? Нет, это не дерево. Это такой же цемент, только сделанный красиво. И это все и есть цемент. То есть посмотрите, как все делается. Если бы у нас не было цемента, что бы произошло? Ничего бы не получилось. Но у нас есть замечательный цемент и замечательный человек, который за этим цементом делает нам замечательную тротуарную плитку. О как! Итак, какая плитка делается? Честно, обалдеть! По сути событий, я, конечно, понимаю, что плиток-то я видел. И по сути я видел и турецкую лепнину. Ну, чтобы вы поняли, золото в отелях на ресепшн – это тоже золото, что и у меня дома. Покраска пенопласта содержащих панелей. Вот и все. Ну а тут, посмотрите, красота. Мало того, гербы Российской империи, герб магнитогорского металлурга покрашены. Это круто. Теперь залезем глубже. Вы можете наступать и на дерево из бетона. И не поймете. А это круто. Ходим по срубам из дерева. Но это бетон, покрашенный, целиком. И поверьте, и даже полив бензином, если вы его сожгете, он таким и останется. Просто деревянные плиты. Это тоже бетон. А змейки, а рыбки, а ящерки из бетона. Конечно, вы бы хотели понять, как это делается. А где это делается? На шоссейной 8. К сожалению, это мое право. Я сказал, я сделал. И по сути, сюжет не сильно дорог. Но я сказал, что будет CG. Я сделал. Потому что я за базар отвечаю, а некоторые нет. Тоже цемент. Тоже делается. Но цемент суперовский. Вот такие штуки себе поставьте. Ну, если у вас там где-то там фонтанчик есть, и они будут работать. Так? Нормально? Нормально. Нормально. Вот. И это все делается в Магнитогорске. Потому что здесь есть человек, который работает для вас. И делает это суперовски. И делается все здесь. Работа, конечно, кипит. Ведь стройка впереди. Работа грамотная и правильная. И этот бетон не развалится. Я сам так делал. По сути событий. ДК Арджо вы видели? Заказали бы здесь, и не развалился бы ваш бетон. Конечно, наша радость в том, что ЦЕМ-завод и это комбинат. А есть другие места, и вот там везде привоз, а здесь нет. Будем надеяться, что привлекая китайские инвестиции, мы дадим цемента матушке России. Но где же ваша плитка? Немногие знают, но вот вам район гортеатра. Чтобы человек не из магнитки знал, спросите, где танк, и вам покажут. Едем вдоль трамвайной линии, через перекресток. Бытность Юж-Урал-Автобана, дорога-то нульцевая. Затем поворот на Красноармейскую, по тому же асфальту. Ну и на шоссейную, дорога к автобану. Тут тема спокойная, только переезжаем ЖД-пути и направо, и вот там шоссейная 8. Место с вашей тротуарной плиткой. Красотища, да? Красотища! И вам кажется, что вы обратились туда, где все это вам выстукивают. То есть вы хотели бы сказать, что здесь еще и мастерская по кованым изделиям есть? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Все это делается из того же самого цемента. Только раскрашивается. И мы вам показывали, да, обыкновенные цвета красочные. То есть красный, бежевый и серый цвет. Но не только серый цвет. Все что угодно красить. Кроме всего прочего, обратите внимание, как все сделано. Вот знак «Никто кроме нас». Честно? Это обыкновенный цемент. Но как сделано? Лики, вот они, покрашенные все в этот, это цвет золота. Вот, пожалуйста, аллигатор. Красиво сделано, да? Все что угодно. Ну и, естественно, для вас и для тех, кто может это делать, замечательный металлург, чемпион Евролиги. К слову, о будущем. В этом году к нам приедет. К нам уже приехал чемпион Евро, к
континентальной хоккейной лиги, который завоевал Кубок Гагарина. Ну и вы же прекрасно понимаете, что в этом году первый раз в жизни, и еще бы спросите, кто бы это смог бы сделать, обратите внимание, то есть Магнитогорск, который является чемпионом Евролиги, чемпионом хоккейной лиги, к нам приедет еще и Кубок Стэнли, потому что Евгений Малкин сделал это дело. То есть кто еще, да вы обратите внимание, кто еще этим может похвастаться? Только Магнитка, чем я вас и поздравляю.